Всем привет, с вами Фрост, и у нас с вами новогодние приключения. А еще Снейк парниша, у меня сломалась бутылка. Всем привет. Заработала. В прошлом видео по Майнкрафту я говорил, что если вы наберете 100 тысяч лайков, то выйдет еще одно видео по Майнкрафту перед Новым годом. А если 50, то мы начнем следующее выживание после Нового года. 50 тысяч набрали, вы просто вот так вот по щелчку, что я такой... И поэтому сегодня у нас с вами новогодние мини-игры. С двумя шашлыками, с двумя рюкзаками вот этими. Йоу! Сегодня с вами на карте Santa's Hat, шляпа Санты. И здесь мини-игры. А так, кто будет у нас в голубой команде? Я чур в красный. Я рюкзак! Саня, как всегда, за своих этих, за желтых играет. Да, за желтых. Всегда, всегда готов. А ты вообще за анимешников? Ну не... Аниме! Погнали! Так, ну что, впрочем, правил никаких нет. Здесь есть 10 мини-игр, которые мы должны выяснить, кто из нас лучше. Я фиг знаю, какие тут мини-игры. Я знаю только, что Снейк рюкзак, поэтому мы погнали. Вы слишком орёте, блядь. Не касайтесь снега. Нет, я так не работает. Типа, не касайтесь снега. Блин, ой, а меня ой, прям типа ваншотнуло сразу же. Я вас выиграл нахрен! Я ничего не понял! Я даже не... Короче говоря, наше приключение добавить маршмеллоу в какао не удалось успехом, потому что сервак полностью рухнул. Пришлось заново стартануть карту. Но ничего страшного, у нас... Это ран? Я не вижу, я в вашей голове нахожусь. Маршмеллоу ран! Маршмеллоу, ну да здравствует, маршмеллоу. Опять это наше любимое приключение. Ну давайте попробуем. Значит, тут суть в том, что надо добраться до маршмеллоу нетронутым и обратно еще это каким-то образом сможешь поставить. Опа, я забрал маршмеллоу. Знаешь, все это по-быстрому надо все это типа сделать, пока сервер там не рухнул. Пока. А слушай, я прям быстро, на-на-на. Вы видели, как у нас блоки тогда медленно как... Они у нас просто подвисли, мы немного прифигели, они все по-разному двигаются, собаки бешеные, это маршмеллоу, река какао. Ой, не знаю, и она сука, меня подставила. Сложь, блин, один блок туда прыгнул. Опа. А так всегда, Санёк. Ты думал, ты молодец, а оказалось, что ты просто поймал чужой конец. Сосал огурец просто. Ну или так тоже. Так, второй маршмеллоу взял, надо только донести эту хурму обратно. Блять, я не донес ни черта. Саня, что ты такой грустный? Там маршмеллоу скушал невкусный. Уже две, да, они? Вот это шутки погнали. Шутки подъехали за 350. Оп. Сектор шутки за 300 на барабане. Пам-пам-пам. Ах ты, собака бешеная, я чуть из тебя не пёзнулся. Так, нужно это обратно все еще донести. Это все гораздо сложнее, чем... Да ё-моё. Кажется. Я до маршмеллоу. Я потерял свою маршмеллоу. Но там дальше без возможности возврата. Такая. Я, то есть, до маршмеллоу дохожу. А, бляха, я врезался в снежный кирпич. Вот отнести его на место, это хрень полная. Ну, я две отнес, а вот третью уже два раза в профу врезался. Да, ё-моё. Взял, есть, да, взял, жи. Я взял твой маршмеллоу, и я его, блядь, просрал. Я за твой маршмеллоу, я его ебу, всё, да. Бу-бу-бу-бу-бу, и я его сожру. Пу-пу-пу-пу-пу-пу, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я опять добежал до этого маршмеллоу, но вернуться-то я не могу ни хера. Да то вот та же проблема. Бляха, муха, самое, давай, я... беги, Форест, бляха. Раз да, жи, есть жи, да. Все, доставил. С новогодний Джингл Беллс. Так, ну, это полный тебе. Так, ну что, я молодец, я 3 очка получил, а вы все по одному очку, как нормальные люди. Вы все лохи. Так, ага. Что мы имеем? Здесь нужно собрать как можно больше мечей. Мечей — это снежки. Кто наберет первые 50, тот получит от меня печеньку. Да, но чтобы их набрать, надо ими стреляться, надо стреляться. Да, начинать уже можно, все. Да, уже мы уже как бы начали, да, извиняй. Ну, у тебя 0 очков, у одного, тем не менее, извиняюсь. Да почему? А что, серьезно, вас надо въебать? Надо стрелять, мы же тебе сказали. Мы же тебе сказали, ты чем слушал? Пам-пам-пам, вот, и теперь ты теперь... Ты что за мной бегаешь, а, наркоман? Ну, потому что мне надо в кого-то тут дамаг-то давать. Я сейчас тебе такой дамаг надаю, скотина. Оп, кто я победил, кажется. Кто победил? По-моему, я первый был. Я да, тоже победил. Да, у нас да, с Саньком по 4 очка, у Снейка 2. Хм, так, по одной победе есть. Так, подожди. Это что такое? Крисма...
Чем не дроп? Надо что-то подбирать, что ли? А что видите... Нужно дроп... Подожди, нужно дропаться туда, что ли? Нет? Ну, видимо, да. Все, гол. Погнали нах! И вправду! Подарочки я разбился! Я разбился, но я потерял себя. Это... Как этот? The Dropper, да? Это The Dropper новогодний. От подарочков Лора опять пёзнулся. Это же сложно. Так, фу! Так, все, я взял твою трубу, и я ее люблю. Сука. Мэн, как сложно! Я попал в трубу, и я ее сейчас как выиграю. Она как же раз, типа, рандомная? Ну слушай, у нас вечно в рандомное место, по-моему, дропает. Что-то да, нет, я буду победить. Я победун вообще, победоносный человек. А, сука, ты попал. Блин, а слушай, наглый какой, ты бил как? Склизкий Снейк проскользнул в дырочку. Я выиграл! Поворотлив, довольно. Ха-ха, выиграл, мэн. Скользкий Снейк, бляха, как пролетел точно туда. Изи, проскользнул. Ой, бляха, да чтоб вас черти натягивали. Саня, ты чушь ли выиграл? Надо было финишировать, Санёк мог меня опередить, если бы зашел бы сюда, блядь. Обалдеть. О, подожди, а куда надо-то? Я тоже прошел, но я не понял. А, смотри. Decorated. Нужно украсить дерево. Нужно чем-то украсить дерево. А чем? А чем? А вы где вообще? Я у елки. Подожди, это что-то? Что произошло? Подо мной? Опять под тобой лед пёзнулся. Телепортируйся к кому-нибудь. Пропадает лед, кто последний, тот молодец. Тогда. Блять! Сука такая! А я не могу ничего сделать. Телепортируйся к кому-нибудь. Не прыгай, блядь, ты прыгаешь. Да я же не могу, он за мной пропадает. Не надо прыгать, блядь. Я умер. Я жив, цел и обратно. Но Саня должен был выиграть, но почему-то меня обратно на лед кинуло. Я типа молодец. А, нет. Нет, все-таки Саня выиграл. Сноушволдерс. Ой, тебя опять что-то. Ой, молодец. Выкапывайся. Так, а тут что, что происходит? Какая-то сука. То больше снега, что ли, накопает, серьезно? Да. Кто накопает больше снега? Юрец пока что вырывается. Накопать, так а чё как, блин, а где это вот твое типа... Я не знаю, а в чём фетиш это вообще испытание, в чем прикол, я просто копаю. Но я копать люблю. Видимо, кто больше всего копает. Это, ну не слаженно вот, не удался нас типа слаженный сахар, так сказать. Просто типа взяли, кто-то начал типа копать. Я даже сначала не понял. Я тоже не понял, что надо делать. Я просто увидел, и надо что-то копать, дали лопату, я сразу по инстинкту начал копать. Блин. Я победил, пиздец. О, рейс, это гонка. Все, это настоящая, это битва. Это просто смертельная битва. Нахуели, просто начали без тренировки. Просто смертельная битва пошла. Я сказал, отсчет, давай, блядь. Он без отсчета начал бежать. Ебать, ты вообще молодец. Нас типа подпустили, я и побежал как бы. Так я же сказал, надо предупредить сначала. Ну, я могу вернуться. Ну да, пошел ты нахуй. Ну и пошел ты, козел. Я просто победун, понимаешь, у меня это в крови. Я просто как скакун породистый, раз побежал сразу. Вот ты уже вот, ебан, блядь, глупый. Второй раз типа делаешь как-то типа там не по чести. Ну да, не по чести. По какой чести? Вот че ты мне там будешь загонять-то? Че ты это? Все, я победил. Ну давай еще разок, давай обратно вернемся. Ну только да куда все? А подожди, а как победить? Как победить? Убить тебя еще. Подожди, а как победить? Здесь нету победы. А может надо что-то было собрать? Давай обратно, давай обратно на счет три. Ну погоди. Ах ты наебся, а? И че это за это? Наебся, я тебя все равно обогнул. Ну это, конечно, все весело, только почему я не победил? Да, очень. Почему я не победил? Я не понял, почему я не победил. Может быть, реально нужно обратно вернуться, типа. В следующую мини. А я не знаю, как в следующую пройти. Тут ничего не надо было, типа, я не знаю, собрать. Я не знаю. Здесь реально никакого ни счета, ничего нет. Здесь просто, типа, ран, мазафак, ран, и все. Типа ледовая гонка, и все. Ледовая гонка. То вы побоище. Я опять победил, но я не знаю, как победить. Где? Как победу получить? Я типа победил опять вот так вот по сокращению. Не, в смысле? Может, мы что-то не так поняли? Может, мы где-то свернули не там? The map includes 10 drops, amazing effect and structures. Короче, это так, мы тоже тут прослушали урок английского языка от Special by Snake. Нас ждет 10 дропов. 10 дроп. Короче, у нас та карта, в принципе, закончилась, а еще у нас она заглючила и умерла, и мы решили, что победила я, и мы пошли
искать другую карту. Я нашел эпичный The Droppers, тут даже есть новогодний уровень, поэтому... Хоу-хоу-хоу, погнали. Ну, короче, да, там еще написано было, что это реально будет хардово и... Так, а, тут типа 10 комнат каких-то? Левел 1. Ну ладно, приступаем. А что, меня прям сразу сбрасывает? А, нет, все хорошо. Так, ну чё? Ну чё? Ох, идите, ты видишь, какой там нас чё? На чё нас там ждёт? Куда падать не надо? Идите, братья, сейчас куда упадёт? Куда упадёт? Я вижу воду! Насмерть. Да. Стой. Бляха ты, муха, подождать, братишек, ты кто был? Ух, я жив. А я мертв. А куда падать-то? Куда падать-то? Я не понял. Да ты заколебал, Ярик, блядь, ты! Что ты делаешь? Какая куда падать? Я не грузится. Я просто упал в дерево. Так, давайте, давайте отдых. Подожди, ты куда? Блять, я не вижу. Да мы просто пришли кончать на свежем воздухе, что ли? Написано уровень. На свежем воздухе. Да. Все, пошли, Александр, Станец, ты задропаешься. Александр, задропайся. Так. Без Санька. Вот, я вижу, во. Я вижу! А что, я разбился, Вася? Я попал почти, ё-моё! Я тоже попал почти, тут но не... Один... Да почему я воздух разбиваюсь? Почему я в один блок, это сложно. Я сейчас все сделаю, там 4 блока. Ай, у меня земля не прорвала. Бой! Юрец нашел, куда падать, я почти выиграл вас всех. Да я тоже нашел, куда падать, только... выиграл. Она не грузится, я не вижу. А, я выиграл, мам! Сука, у меня там ничего не было. Я выиграл! Обалдеть, я просто попал просто... У меня не грузится, половину скажу. Ты почти попал! Так у меня половина не грузится. Александр, давай, ты меня мэр! Подставил! Нормас, нормас! Да. Деревья, почему ты... Я просто давай, смотрю, куда ты... Ай, да, там... Где ты? Давай! Вот хорошо! Ну ты... Я тебе держи пятюню, братан. Я тебе чуть раскопал, чтобы пошире банку. Да я попал-то в нужный блок, просто я... А, ты дерево спилил, вот что. Пошире-то... Вот. Вот здесь я просто падаю, и у меня карта не грузится. Я просто падаю на твой ник. Я не знаю, где там вода. Ты попал в боковой блок. Ты своя... Да проблема. что листва все время, как в последний Александр, момент, она Александр, только... Слушай, Александр, мы поддерживаем есть, тебя. Есть как было. Алмазы! Копайте листву! Да там она у меня просто в последний момент, короче, тут алмазы. Моему взору она открывается. Я сам хотел скопать, я просто... Козел. Какая листва? Что вам мешает? Плохому танцору, ё-моё. Плохому танцору что только не мешает. Листва поэтому мешает Александр... плохому мешает. Танцору. Сбрей её, блядь. Листва мешает. Так, а я не понял, а где здесь кнопка победить? Где нажать победить? Я вижу кнопку победить. Мы по умолчанию победили. Это про... Это как надо было найти эту долбанную кнопку и типа на нее нажать, чтобы это... Чего? Я реально... Меня телепортировал на фасад, и я типа это... Выиграл. Вот это нихера себе надо было надуматься. Серьезно, что ли? Он писал, что это будет хардкорно. Я ему этот хардкор сейчас в жопу засуну. Короче, погнали на следующий дроп. Христмас называется. Христмас. Где получается? Погоди. Ну что, погнали? Получается было... Санек, на фасаде, тебе сказали. Я об снежинку разбился. Сань, на фасаде, да? Но? Я понял, Саня. Понял. Куда падать-то? Я куда-то, я упал. Ну, типа я... Подожди, а где вода? Водичка, водичка. Да, я водичка? Тупо разбился. Санек, все. Надо воду. Что так подлагивать? Я не вижу ничего, я умер обо что-то. Я... Меня тупо не успевает грузиться, какого хрена? Да, у тут иногда такие подлаги есть. У меня все грузится, все до человека. Я не знаю, что у вас грузится, нам может надо дальность прорисовки повысить. Подожди, настрой график, дальность прорисовки. Облака убрать. 32 чанка, максимальная, чтобы она не это... Не ебошило мне, чтобы... Так, что, нашли, куда падать? Нет кто-нибудь? Нет. Где вода? Я не вижу, куда падать, вообще не без вариантов. Вообще воды нигде нету. Хардкор, мне кажется, тут тоже, знаете, типа с какой-то с этой. Я нашел под Дедом Морозом водичку, но это очень далеко. Там один блок, по-моему. Один, да? Блок? Один блок под Дедом Морозом есть водичка, но это просто unreal. Я еще умер. Вот это тебе Christmas после. Под башкой, где он? А, да, вот где-то жестко совсем. А, блин, я в синюю шерсть летел, а не на воду. Красавчик, просто отдыши в синюю шерсть. Ну, это хотя бы хоть какой-то. Туда можно попасть, туда можно попасть, можно.
А, я вижу цель, блядь, прям умер там, прям в этой вмочился. Я прям за тобой упал. Так, туда, я да. тогда не очень-то понял, и опять я ничего не прогрузил. Я прям за тобой туда упал, Юрец, ты слышал? А-а-а, близко, слишком близко, это просто максимальный уровень. А ты говоришь невозможно. Жесткого невозможно. Хардкора, я не знаю, как это. Блядь, я б снег умер. Да ха... Да долбанный рандомщик. Еще как возможно, Юрец, главное идти к мечте. Я разбился на пути. Просто ставить подскользнулся на банановой кожурке и умер. От страха. Блять! Что упаду. Ну один блок это не 4, это невероятно сложно. Ну можно, конечно, очень. Бляха! Ну я прям так близко, так прям это. Я это, тоже. Знаешь, это то чувство, блин. Когда ты знаешь, с 5-метровой высоты пытаешься попасть в туалет. Ну знаешь, типа, если второго этажа поссать решил, тебе спускаться. Не знаю, у кого были такие ситуации в жизни, но это не важно, это я тебе просто пример привел. Чтоб ты понимал серьезные все, сука, ситуации, блях, муха. Да я что-то сейчас за этот подарок не могу пролететь. Да ты разбился насмерть. Соборол. Ай-яй. А-а-а, ну так близко было. Ну почему, за что, иначе, за что мне все эти муки? Джингл Беллс, я же говорю. Вы тоже постоянно ловите тормоза, вот эти, которые вас тормозят. Да. А еще иногда текстурки не подгружаются, я не вижу, куда падать. Вот и у меня тоже такая вот фигня, я иногда, типа, разбиваюсь неведомо обо что. Бля, мэн, я иду к своей цели. Так, да ё-то прям, ну вот, сука, сколько раз уже таких было. А, ну наконец, сука, ну меня прям, меня фризануло в конце, что я прицелился, ну как бы, я не читерил, это игра. Дезер, пустыня, Вася, пустыня! Ну чё, будем... погнали. Бля, это куда гнать-то? Куда, о, я хочу прям вижу через уже здание пролететь. Всё, я нашёл. На блок, сразу же. Я хочу прям через здание пролететь. Так, погодите, ребят, типа, у меня это... Нет, оно не прогрузилось, просто собака! Блин, я трупом уже второй раз туда опрокидываюсь, то есть, значит, фух, через... Ооо, я так думал, а сейчас я, красиво я не пролечу. Долетел, чуть-чуть. Думал, сейчас так красиво пролечу. Да чтоб такое! Я прям красиво хочу пролететь. Невероятно просто близко. Это просто невероятно! Я пролетел, да! Ой, я не долетел. Ну почему в последний момент все прогружается? Да блин. Наверное, потому что все это твоя рука жоп, жоп, жопость. Сука. Так, где ты? Люк есть. Вот в этом я... помещении кнопка. Эврой, ты что-то тут лазил, не нашел. Налево. Вот говорит? Очень плохая внимательность. Вон там и наверху. Вон там. Давай четвертый, последний. Да нет, давайте уж все. Ну погнали, нахай! Куда здесь приземляться? Куда? Это что, серьезно, в раковину? Очень легко финишировать! Ха-ха, в раковину! Унитаз? Ё-моё! Это унитаз или это наёбка, да? Это стекло, да? Это наёбка? Это наёбка! Это наёбка! Это было бы я слишком просто, куда нужно приземлить? А в унитаз он там... Бля, там говно, я туда не пойду! А, там реально там говно! Я нашел, куда надо приземляться. Так, давайте не будем говно нырять. Вот где вот это? Там нужно на слизь попасть на зеленые кубики. Не в ту сторону выпрыгнуть. Не, ну ты прыгни в какашку, вдруг она мягкая, и надо будет как раз в нее. Так, так куда надо еще раз? Выиграл, из-за фризов опять же выиграл. Вот грибаные фризы, вы просто сукчите. На слизь, вот тут слизь, я вот стою. Да, на немецком просто флаге. Просто читерс. Блин, попробуйте в туалет вот лететь. Вот сюда, сюда, Пау! Сюда лети! Да, чувак! Да, 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 по кайфу, короче, подожди, а где здесь победить? Так, слушай, а в унитазе тоже можно победить, там вода реально есть, это реальная вода. Охренеть, в унитазе. Охренеть, в унитаз? Так ты в унитаз попал, чё? Оп. Чё? И я разбился. А у меня, кстати, за счет фризов стоп! Я выжил. Унитаз я вам улыбается. Поставьте ему лайк, он же пойти. Добрый. Блин, я один не остался без унитаза. Прыгайте из унитаза в мусорку, там победа. В унитаз, кстати, походу очень сложно. Тут я просто два блока время типа. Да, реально, в мусорку, но только я-то нахер разобьюсь. Убиваюсь там. Пап!
так, я ладно, умер. А что там надо найти-то, чтобы дальше пройти? Мост уже, все, отлично. Ой-ой-ой. Ты читер, да? Мэн, нет. Ты просто зачитывал. Давайте пятую, последнюю, куда? Мы так ну, быстро стой, прошли, ну, я не могу уже. Рейнбоу, радуга, пацаны! Вот это жесть, почти попал! Я тоже почти попал, но это эпично, это прям, это как уровень хапился, знаешь, там нужно между кольев, короче, лететь, пик точёных. Опа! Это шикарный левел. Я попадун, я попадун почти, я только не попал. А что, Санёк, ты стесняешься, что ли? Сейчас я попаду, сейчас всё будет, сейчас спокойно, сейчас всё будет. Давай, просто сейчас просто возьмём и попоём. Блин, вообще чуть-чуть остаётся. Это то как бы легко, но это как бы сложно. Здесь никаких препятствий. Это намного легче, чем второго уровня. А! Да. Тут просто... Можно в транс да войти. Да я ж попал. Просто... Но я ж прям мог в транс, а войти в транс, если вы не поняли. Ну то есть... Шуточки с, пошли с за 400. Уровнем. За 400 с рублей шуточки. Да! Ура. Точно в цель. Санёк, давай падай тоже. Называйте меня Орлиный Глаз. Так, ну чё, давайте, блин, удивите меня. Офигенно. Я теперь буду просто давай! Стоять и наслаждаться зрелищем. Ты хотел сказать измываться, да? Да, я просто буду стоять и наслаждаться вашим зрелищем. Да. Надо бы за чайком сгонять с печеньками и наслаждаться своей победой, своей доминацией. Фиши. Да! Да! И Саня, да вы что, офигели, что ли? Ну вы читеры, просто читы подрубили свои. Как мы одновременно это сделали? Да читы подрубили, инфосотка. А я куда-то пополз. Чё, все. А, все. Ну что, ребят, давайте последний раунд. Ну что, еще один? Не, ладно, все, хватит. Слишком уже много у меня записи, поэтому если вдруг вы хотите, ставьте лайки, мы продолжим эту карту, она оказалась очень крутой. Пройдем ее в следующий раз. Просто. Подожди, давай договоримся, 30 тысяч или 50? Давай. 50! Ну, если 50. Вам нравится эта карта, 50! Мы посвящались, конечно. И 50 тысяч лайков, и лот Майнкрафт продолжение за дропер карты уходит вам на YouTube. Это невероятно зрителям. Крутая карта, реально очень классная. Так, парниша, мне уже пора бы покушать. Пора покушать, поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Снейка, Порниши, ставьте лайки этому ролику, 50 тысяч лайков, будет продолжение. А если нам будет мало, то мы начнем еще и другую карту, найдем что-то интересненькое. Пиши комментарий. Всех с Новым годом. Да, с Новым годом! С наступающим! Всем пока. Да, всем удачи, всем пока-пока. Чао.